Приветствую тебя на моем канале. В этом видео я покажу тебе 7 лучших бензопил. Рейтинг недорогих, но хороших на 2024 год. Я рассмотрю особенности каждой модели и выделю их преимущества и недостатки. Будет интересно, так что не переключайся. Бензиновая цепная пила ЭКО-4515 предназначена для различных работ, включая распиловку дров и заготовку леса. Она оснащена мощным двигателем объемом 45 см кубических и мощностью 2,2 лошадиные силы, что обеспечивает высокую производительность и эффективность. Длина шины составляет 38 см, что позволяет справиться с большинством задач по распиловке. Шаг цепи 0,325 дюйма, обеспечивает точный и гладкий рез, что делает пилу удобной для использования как профессионалами, так и любителями. Пила оснащена системой автоматической смазки цепи, что облегчает обслуживание и продлевает срок службы инструмента. Вес в 6 кг делает ее относительно легкой и удобной в обращении, снижая утомляемость при длительном использовании. ЭКО-4515 имеет встроенные системы защиты и регулировки, обеспечивающие безопасность и комфорт при работе. Эта модель получила положительные отзывы за свою надежность и долговечность, что делает ее отличным выбором для домашних и профессиональных пользователей. В описании под видео я оставил для тебя скидочный промокод и ссылки на надежные магазины, в которых можно приобрести понравившуюся модель с максимальной выгодой. Бензопила Champion 125T10 – это компактный и легкий инструмент, предназначенный для выполнения различных задач в саду и мелких строительных работ. Оснащенная двухтактным двигателем объемом 25,4 см кубических и мощностью 0,95 лошадиные силы, эта пила обеспечивает достаточную производительность для бытовых нужд. Длина шины составляет 25 см, что делает ее удобной для работы в ограниченных пространствах. Пила имеет шаг цепи 3,8 дюйма и ширину паза 1,3 мм, что способствует точному и чистому резу. Объем топливного бака составляет 0,23 литра, а масляного бака 0,16 литра, что позволяет работать достаточно долго без частых перерывов на дозаправку. Вес пилы без шины и цепи составляет 3,2 кг, что делает ее одной из самых легких моделей в своем классе, уменьшая утомляемость при длительном использовании. Эта модель получила положительные отзывы за свою надежность, простоту в эксплуатации и техническое обслуживание. Champion 125T10 подходит как для новичков, так и для опытных пользователей, обеспечивая надежную работу и удобство в использовании. Ставь лайк и подписывайся на канал, чтобы не пропустить новые видео. Делись своим мнением и задавай вопросы в комментариях. Бензопила Risanta BP4518 является мощным и надежным инструментом, идеально подходящим для различных задач на даче или в саду, включая валку деревьев, распиловку дров и другие работы с древесиной. Она оснащена двухтактным карбюраторным двигателем объемом 45 см кубических и мощностью 2,3 лошадиные силы, что обеспечивает высокую производительность и эффективность при работе. Длина шины составляет 45 см, что позволяет справляться с крупными бревнами и толстыми ветками. Шаг цепи 0,325 дюйма и ширина паза 1,5 мм обеспечивают точный и чистый рез. Встроенная антивибрационная система снижает нагрузку на руки пользователя, делая работу с пилой более комфортной. Автоматическая система смазки цепи улучшает эксплуатационные характеристики и продлевает срок службы цепи и шины. Для безопасности предусмотрен автоматический тормоз цепи и защитный щиток, которые минимизируют риск травм при работе. Вес пилы составляет 6,9 кг, что делает ее удобной для продолжительной работы. Эта модель получила положительные отзывы за свою надежность и удобство в использовании, что делает ее отличным выбором как для профессиональных, так и для домашних пользователей. Бензопила Hütter BS52M – это мощный инструмент, подходящий для различных задач по распиловке древесины. Она оснащена двухтактным двигателем объемом 52 см кубических и мощностью 3,8 лошадиные силы, что обеспечивает высокую производительность и позволяет легко справляться с большими объемами работы. Длина шины составляет 45 см, что делает ее удобной для работы с крупными деревьями и толстыми ветками.
Шаг цепи 8,3 мм и ширина паза 1,5 мм способствует точному и чистому резу. Пила оборудована системой автоматической смазки цепи, что упрощает ее обслуживание и продлевает срок службы. Встроенная антивибрационная система снижает нагрузку на руки пользователя, делая работу более комфортной и менее утомительной. Масса пилы составляет 6,3 кг, что обеспечивает хорошую балансировку и удобство в использовании. Кроме того, пила имеет систему легкого старта и автоматический тормоз цепи, что повышает ее безопасность и удобство в эксплуатации. Модель получила положительные отзывы за свою надежность и высокую производительность, что делает ее отличным выбором для домашнего и профессионального использования. Бензопила Штурм GC9912 представляет собой легкий и компактный инструмент, предназначенный для небольших объемов работ, таких как садовые работы, заготовка дров и мелкие строительные задачи. Эта модель оснащена двухтактным двигателем объемом 25,4 сантиметров кубических и мощностью 1,6 лошадиных сил, что обеспечивает достаточную производительность для бытового использования. Длина шины составляет 30 сантиметров, что позволяет легко маневрировать в ограниченных пространствах и удобно работать с ветками и кустарниками. Шаг цепи 3/8 дюйма обеспечивает точный рез и эффективное выполнение задач. Вес бензопилы составляет 5,1 кг, что делает ее удобной для продолжительного использования без значительной нагрузки на руки. Модель Штурм GC9912 имеет систему автоматической смазки цепи, что упрощает ее обслуживание и продлевает срок службы. Пила также оснащена антивибрационной системой, которая снижает нагрузку на оператора и повышает комфорт при работе. Благодаря своим характеристикам, эта бензопила подходит для выполнения различных задач в домашних условиях и при усадебном хозяйстве. Бензопила Ресанта БП-4516 – это мощный и надежный инструмент, идеально подходящий для различных задач на даче или в саду, включая валку деревьев, распиловку дров и другие работы с древесиной. Она оснащена двухтактным двигателем объемом 45 сантиметров кубических и мощностью 3,1 лошадиные силы, что обеспечивает высокую производительность и позволяет легко справляться с большими объемами работы. Длина шины составляет 40 сантиметров, что делает ее удобной для работы с деревьями и ветками среднего размера. Шаг цепи 3/8 дюйма и ширина паза 1,3 мм способствуют точному и чистому резу. Пила оборудована системой автоматической смазки цепи, что упрощает ее обслуживание и продлевает срок службы. Встроенная антивибрационная система снижает нагрузку на руки пользователя, делая работу более комфортной и менее утомительной. Вес пилы составляет 6 кг, что обеспечивает хорошую балансировку и удобство в использовании. Эта модель получила положительные отзывы за свою надежность и высокую производительность, что делает ее отличным выбором для домашнего и профессионального использования. Бензопила Champion 23716 – это компактный и легкий инструмент, предназначенный для заготовки дров и обрезки сухих веток и сучьев. Она оснащена двухтактным бензиновым двигателем, мощностью 2 лошадиные силы и объемом 37,2 сантиметров кубических, что обеспечивает достаточную производительность для бытового использования. Длина шины составляет 40 сантиметров, что позволяет удобно работать с деревьями среднего размера. Пила оснащена системой легкого запуска, праймером подкачки топлива и трехпозиционной воздушной заслонкой, что облегчает запуск холодного двигателя. Система автоматической смазки цепи и центробежный тормоз цепи повышают безопасность и удобство эксплуатации. Максимальные обороты без нагрузки составляют 11500 оборотов в минуту, что обеспечивает высокую скорость резки. Эта модель отличается экономичным расходом топлива, надежностью и легкостью в обслуживании, благодаря простому доступу к воздушному фильтру и свече зажигания. Она хорошо подходит для владельцев загородных домов и небольших фермерских хозяйств.
И вот мы подошли к финальной части обзора. Не забудь, что ссылки на все модели из моего рейтинга ты найдешь в описании под этим видео. Проверь сам. А еще воспользуйся скидочным промокодом, который я для тебя подготовил. Если этот видеообзор оказался для тебя полезным и помог определиться с выбором, поддержи меня лайком. Твои комментарии помогают делать контент еще лучше, так что не стесняйся делиться своими мыслями. И, конечно, подписывайся на мой канал, чтобы не пропустить новые выпуски. До скорой встречи!